домик в деревне, там, я не знаю, сметана какая-нибудь, вот это вот домик в деревне, вот это, не знаю, в общем-то, и казалось бы, вот, ну, Егоровка, наверное, это вот названо в честь, я там не знаю, российские какие-то бренды, все вот эти вот прочие вещи, чтобы, видимо, вы, я как такое, знаете, слайд-шоу вам показываю, как некую презентацию делаю, вот, как все вот это вот крутое, в целом, ну, нормально, наверное, я не знаю, вам решать, бабушкинское, все вот это прочее, а заходишь в интерьер, тут какой-то, ну, я не знаю, Москва-Сити, да, но Ну, если в Егоровке так люди живут, то давайте-ка я тоже там, знаете, куда-нибудь Егоры, все там, знаете, в комментариях во всем этом лайфмобайле пишут, мол, знаете, Егоры ставят лайк. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Не так давно у меня вышел ролик про жизнь в деревне. Про то, как они там отказались от доната, про то, как они там сделали вот эти вот все свои прочие вещи, что им за это грозит, что им за это не грозит, мое общее мнение по всему этому поводу. И я это сейчас рассказываю не для того, чтобы вы зашли на тот видеоролик, поставили лайк, написали комментарий, мол, да, давай, ура, круто, классно, так далее. Нет, ну, кстати, для этого может быть тоже. И я это говорю за тем, чтобы, так знаете, сделать небольшую подводку к основной теме данного видеоролика. Подводка заключается в том, что меня все вот эти вот, знаете, деревни не отпускают. Что проекты, что сервера, вот там, знаете, деревня, там, жизнь в деревне, домик в деревне, там, я не знаю, сметана какая-нибудь, вот это вот домик в деревне, вот это, не знаю, в общем-то, не отпускает в целом все это. И сегодня я захожу в новостное издание, там, знаете, читаю новости, мол, там, про мобильные проекты, про все прочие вещи, смотрю, что там вообще происходит, что там вообще не происходит, что там может происходить, что там не может происходить, что вообще там делается, и натыкаюсь на такое, знаете ли, ну, давайте вы сейчас сами все это посмотрите. В этом новогоднем обновлении на Black Rush, которое уже вышло, была добавлена новая деревня под названием Егоровка. В ней можно увидеть новые дома, а также прям балдежные интерьеры для них. И, казалось бы, вот, ну, Егоровка, наверное, это вот названо в честь, я там не знаю, Биг Бэби Тейпа, основателя Black Rush, и, может быть, там, в честь просто рофла, типа, Егора, какое-то такое, знаете, странное имя, Егор, типа, Егор, типа, Глеб, может быть, я там не знаю, еще что-то вот это прочее, ну, неважно. И вот сейчас тут вот происходят все вот эти вот, знаете ли, дома, давайте сделаем на них обзор. Вот первый скриншот, это у нас в целом дома, они находятся в снегу, а, наверное, где-то вот там, я не знаю, в Великом Устюге, там Дед Мороз, может быть, ездит, хотя это же Егоровка, поэтому находятся они, наверное, в Егоровке, вот, идем дальше. А следующий скриншот, это у нас опять-таки вот они все вот эти вот GTA Sambo, я хотел сказать, Sambo's GTA KRMP, Android сервера на Android, на смартфон, на телефон, они постоянно лепят все вот эти вот, знаете ли, российские какие-то бренды, все вот эти вот прочие вещи, чтобы, видимо, вы погрузились в атмосферу всего вот этого вот российского, всего вот этого прочего. То Brilliant RP лепит там свой вот этот вот весь Газпром, то сейчас вот Black Rush лепит сюда весь этот Лукойл. Ну, зачем все это надо? Сделали бы там Black Rush Oil, там что-нибудь вот подобное. Нет, надо Лукойл, надо Газпром, надо вот это вот прочие вещи. Зачем? Ну, типа, если людям нравится, ладно, что я, типа, возражать буду? Нет, я возражать как бы, ну, не буду. Потом следующий скриншот, у нас третий из четырех. Я как такое, знаете, слайд-шоу вам показываю, как некую презентацию делаю, вот как Apple, только в PowerPoint. И тут у нас, получается, вот стоит человек, в целом скин, то есть не скинхед, а просто, типа, скин человека, ну, то есть, я думаю, вы поняли. И вот тут есть мост, типа, мост, он ведет там, типа, вот, переправа вся, вот это вот, знаете ли, все это в снегу, все это такое, знаете, новогоднее, все вот это вот крутое, в целом, ну, нормально, наверное, я не знаю, вам решать, может быть, не вам решать, может быть, еще кому-то решать, ну, неважно, ладно, давайте следующий видеоролик, ой, следующий скриншот, и вот, то есть, это интерьер, то есть, вот, то, как примерно выглядят все эти интерьеры, то, как они вот вообще устроены, то, как у них все это работает, в целом, дома у нас, знаете, как из деревни, как вот все вот это вот такое, знаете, деревенское, все такое, знаете, какое-то бабушкинское, все вот это прочее, а заходишь в интерьер, тут какой-то, ну, я не знаю, Москва-Сити, да? То есть я уверен, что вот дома, которые там были на первом скриншоте, то есть они, ну, не смогут вместить себя в такой интерьер. Ну, то есть это как-то, ну, как минимум странно, вот лично для меня. Возможно, для кого-то из вас это не совсем странно, но лично для меня я прям на все это смотрю, думаю, чуваки, ну, что это такое? Это вот самое, это Егоровка? Это вот в Егоровке люди так живут, в самом деле? Ну, прям, ну, я не... Если в Егоровке так люди живут, то давайте-ка я тоже там, знаете,
куда-нибудь в Егоровку поеду, хотя зачем мне все это, там же типа деревня, если там интернет непонятно, но как минимум на Блокраше интернет, я думаю, есть. Егоры все там, знаете, в комментариях во всем этом лайфмобайле пишут, мол, знаете, Егоры ставят лайк, а все вот это вот, знаете, прочее, там вот еще один Егор пишет, мол, знаете, я придумал название, потом там вот Егор пишет Воробьев, мол, норм название, другой Егор ему отвечает СПС, вообще Егоры, они такие, знаете, ну, неплохие люди, а у них такая какая-то, возможно, своя организация, секта, может быть, банда, в которой они вот все это устраивают, все это делают, в целом, наверное, ну, нормально, или даже неплохо, как для Егоров, как для всех прочих людей, ну, типа, наверное, нормально. Вот, потом, ну, давайте обсудим последний, наверное, комментарий, который тут вообще есть, я буду его обсуждать, наверное, минуты две, приготовьтесь, может быть, я 6 минут буду обсуждать, не знаю. Антон Павловский пишет, хуйня была, хуйней будет. Я хочу вот тут, знаете, не согласиться, потому что Black Rush, она, как бы, там, 8000 онлайн, это не тот случай, когда ты, допустим, делаешь видосы на Ютубе, и у кого их меньше всего, допустим, там, у меня, там, 200 просмотров, 400, 500, так далее, тот, вот, типа, прав, тот самый главный андеграунд, у того все хорошо, у того все правильно. Нет, то есть сервера GTA Sampa, они, в отличие от YouTube каналов, всегда настроены на заработок. То есть, понимаете, человек изначально открывает сервер, и он открывает его не с той позиции, что вот, я что-то там новое привнесу, так далее. Он открывает это с той позиции, что вот, я хочу заработать денег. Опять же, это по моему личному мнению, потому что это как любой другой бизнес. Никто не открывает бизнес с надеждой того, что вот я там, знаете, принесу людям солнце, вот я им сделаю то, чего они никогда не видели, у них все будет хорошо, у них все будет классно, они будут меня благодарить, носить на руках и так далее. Нет, все проекты, в том числе для КРМП, для всех прочих вещей, они открываются для нескольких моментов. Это большой онлайн, и вследствие всего этого большой онлайн — это большие деньги. Как пелось в одной из песен Влада Бумаги, по-моему, Влада А4, всех вот этих вот прочих людей, то есть там все вот это вот, как вы понимаете, происходит. Ну и, в общем-то, да, я думаю, что вот эта вот вся Егоровка, вы ее в скором времени сможете оценить, если она уже там не появилась, если она уже там появилась, и вы уже там, знаете, заселились туда, купили себе там дом, вы зашли во весь этот интерьер, офигели от того, что дом снаружи вроде бы такой, знаете, маленький, а внутри он двухэтажный, трехэтажный, там вообще 4 этажа, там вообще все хорошо и так далее. Если вы от всего этого офигели, разумеется, пишите все это в комментарии, я почитаю, наверное, это вот такой, знаете, байт на комментарии, пишите больше 4 слов, чтобы я все это понял, чтобы я все это разузнал, и чтобы все было всегда хорошо. А я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также все мои прочие вещи, все прочие промокоды, все прочие ссылочки, они находятся в описании, там же в описании находится ссылка на мой телеграм-канал и IP Arizona RP Phoenix, и мой никнейм, и мой промокод, и прочие вещи, поэтому заходите, смотрите и обустраивайтесь нормальным и хорошо. Всем до свидания и пока, наверное.